Народный депутат Украины Анна Гопко возмутилась тем, что одесские полицейские якобы хамским тоном, еще и на русском языке, регулируют дорожное движение перед матчем «Черноморца» и «Звезды». Да еще это происходит в День Европы. Народная избранница из Львовской области выложила соответствующее видео на своей странице в Facebook. Такую реакцию нардепа вызвали действия полицейских, сопровождавших проезд к стадиону «Черноморец» автобуса футбольного клуба «Звезда».